Ну, так как я не харьковчанин, мне как-то этот вопрос не столь животрепещущий, но скорее это искусственная истерия, которая разводит в последнее время вокруг всех этих заболеваний и прочего. Это скорее искусственная, соответственно, нет. Ну да, пускай будет карантин. Если коронавирус, то что? Все страны вводят карантины. Я считаю, что в целом это безопаснее и лучше. Ну, лучше избежать большое скопление людей для того, чтобы не распространялся этот вирус. Я спокойно отношусь, потому что я считаю, что это временное явление, надо продолжать жить и радоваться жизни. Я считаю это правильно. Но раз уже есть случаи по Украине, я думаю, правильно, что этот ввели карантин, потому что в таких больших заведениях, как Каразин, допустим, или другие университеты, это очень быстро может распространиться. Хорошо. Вы считаете, что он необходим? Ну, кроме карантина еще много чего необходимо. Должен быть карантин. Вы считаете, он необходим? Конечно. Чем быстрее, тем лучше. Все. Надо быстро реагировать. Никак вообще. То есть мне все равно. Не очень положительно. Вы считаете, что он не нужен на сегодняшний день? Я считаю, что да. Нет такой необходимости. Нужен. Ну, в Китае вроде как вспышку перебороли, поэтому карантин помогает. Нормально. А вы считаете, он необходим? Наверное, да. А внуки поэтому не очень поддерживаю, потому что они целый день будут сидеть и смотреть в свои телефоны. Это вообще трагедия.